Так, Ася, ты кого, верблюда покупаешь, что ли? Нет? Ася верблюда покупает. Ой. А маме сейчас вот черный наряд купим, оденем. И пускай ходит. Очень хорошо. Вообще вам что? Ой, не, вот эта девушка в черном, с этим мальчиком, которым с ободком, шарфиком. Ой, балдеж. Просто красота. Ой. Ну что, девочки, верблюдов посмотрели, магазинчики посмотрели, наряды купили. Зарь, ну 33 наряда. Вот на каждый день она разный цвет берет. И под эту черную одевает. Забыла, как название. Как хюрем одевает? Как хюрем, да. Разноцветные. Да, каждый день. Вот. Цветами мне больше нравится вот это вот. Цветами? Ага. Ну, значит, берем с цветами. Сколько же она стоит, вот это удовольствие? Спроси, Ася, how much? Спроси. Я скажу, сколько тата вас будет развлекать? Давайте сами развлекайтесь, спросите. До пола будет? Да, до пола, конечно. Ты ж... Все, я поняла, пошла и спрашивать, сколько стоит этот платье. How much? Что говоришь? 120. 120. 120. Понятно. Ну да. Она так и будет стоить, наверное, у нас. Но это же не у нас, значит, на 50 дели. 60 дирхан она стоит.